Такой ароматный, вкусный и красивый джем из алычи прекрасно подходит для приготовления различной выпечки. Делюсь его рецептом. Джем из алычи очень душистый и вкусный, он прекрасно подходит для начинки в пироги и пирожки. Да и просто на кусок хлеба намазать и съесть тоже вкусно. Не поленитесь и заготовьте на зиму кусочек солнечного лета. А я расскажу вам, как сделать джем из алычи, приготовленный по этому простому рецепту. Джем получится янтарным и густым, как мармелад, и хранится он очень хорошо. Итак, приступим. 1. Алычу хорошо моем и складываем в эмалированную посуду. Добавляем воду и ставим на небольшой огонь проварить минут 10, так нам будет легче удалить косточки и шкурки. Список ингредиентов в конце видео. Вкусняшки, подписавшимся. Теперь о составе нашего блюда. Алыча желтая 1 кг, сахар 1 кг, вода 200 мл, количество порций 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До новых встреч!